Здорово, народ, с вами Just Jack, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Ebola 2. Так, прошло немножко времени, и я уже совершенно забыл, что нам нужно сделать. Нам нужно найти Джейкоба Брауна на 1-3 этажах. Мы взяли, у нас есть ключ от жилого комплекса на 3 этаже. Поэтому пойдемте. Так, я же сохранился, да, вроде бы? Я вроде бы сохранялся. Пойдем на 3 этаж. У нас есть достаточно патронов, чтобы отбиваться от всяких музерфукеров. Так, 3 этаж. Ключ от 3 этажа. Так, 3 этаж. Почему на станции метро станция метро выглядит как какой-то дом? Вообще. Мне кто-нибудь... Кто тут? Ты Джейкоб? That's me. Да. Что тебе нужно? Оставь меня в покое. Мне нужен ключ от 6 этажа. Хорошо, я дам тебе его. Но при условии, если ты принесешь мне мой ноутбук. На нем есть важная информация для меня. Он лежит на 4 этаже. На нем есть наклейка. Ты его не пропустишь. Хорошо. Так. Не, ну дядьки эти вообще как бы не особо сильно страшные. Пока есть патроны. Твою мать! Я никогда не привыкну к этому дерьму. В смысле? Так, ну, в принципе, патроны у нас еще есть. Я никогда не привыкну к этому дерьму. Отлично, мы еще набрали патронов. Нужна зажигалка. Ладно. В принципе, мне очень нравится игра, действительно. Она прям... Ну. Ой, какой запутанный этаж. Так, нам на 4 этаж. Давайте сначала по этому этажу пройдемся. Посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Нужен ключ. Добрый вечер. Будьте здрасте. Ты еще... Боже мой. Боже мой, патроны. Какая красота. Сейчас что-нибудь... Нет? Мужик, ты вообще дурной, я тебе серьезно говорю. Так, тут... Выключатели не работают. Hello? Anybody here? Никого здесь нет, отлично. Так, патронов до хрена просто, до жопы, жопой жри, реально. Так, а аптечки? Одна есть, отлично, одна есть. Одна это уже хорошо. О, две. Уже две аптечки. Так. Блин, зачем я газету взял? Вот она сейчас лишний раз будет занимать место. Что там, довольно толстая бумага может мне пригодиться. А, это ключевое что-то. Это ключевой предмет. Так, ну там кто-то есть. Ладно. Добрый вечер. Есть тут? А если найду? Слушай, может быть потом зажигалкой все это? Сухие корни будут. Не, мне кажется, не зажигалкой, мы, скорее всего, найдем какую-то хрень, которой мы будем обливать все это дерьмо и поджигать, либо, я не знаю, либо оно как-то увидать будет. Нужен ключ. Вот сейчас тут что-то будет, да? Мужик. Уху! Вот это я понимаю. Вот это он полетел. Так, нужно... Подожди. 25.01. Давай проверим. Нет.
2501 тоже здесь не работает, к сожалению. Так, позади нас никого нет. Дверь заклинила. Патроны для дробовика и еще два места. В принципе, в случае чего можно еще здесь походить. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это практически все, да? Осталось пару дверей только. Да, вот эти две двери у нас, значит, заклиненные. Коридор. И потом уходит у нас коридор вот этот наверх, где вот номер 534, 533. Еще раз, два, три номера и два люкса каких-то. И один коридорчик маленький. Все остальное у нас пока что закрыто. К сожалению. Вот здесь, блин, здесь код нужен. Какой код, интересно? Ну, здесь тоже нет. Довольно толстая бумага. 20... Подожди. 52.01, может быть. 25.01. Нет, так нет. Все, отстаньте от меня. Будьте здрасте, добрый вечер, до свидания. Так, на четвертый этаж нам теперь нужно. Хотя, подожди. Я бы сначала сходил на нулевой этаж. Потому что нам нужно скинуть патроны. Патроны нужно скинуть. Одну аптечку. Газета. Вот, блин, я не знаю, нужна ли нам сейчас газета. Молоток, скорее всего, нам точно пригодится. Что-то мне подсказывает, что молоток нам, скорее всего, точно пригодится. Нет, это на тап. Так, патроны от дробовика. Бензин. Так, одна аптечка. Чернила у нас два штуки осталось. Поэтому как бы... А, вот. Так, патроны отмычки 5 штук. Все, у нас есть 4. Патроны. Вот эти вот сюда закидываем. Газету, короче, пока оставим, потому что мы не знаем, в какой момент именно она нам может пригодиться. Так, теперь нам нужно сходить на четвертый этаж, правильно? Найти ноутбук, да, на четвертом этаже. На четвертом этаже, по-моему, там, где зомбарь вот этот был. Да? А там кусачки нам нужны были вроде бы. А, зубчатая часть отсутствует. Так, подожди, значит, получается, нам нужно найти зубчатую часть. Ладно, пойдем третий этаж исследовать до конца. Потому что... Хотя, блин, мы вроде и так все... Давай, ладно, более внимательно посмотрим, может быть, на... Хотя, блин, откуда здесь вообще гостиница? Вот тут сами подумайте, откуда здесь гостиница вообще? Есть тут? Нет, никто. Давайте более внимательно смотреть. Нам нужна, кстати, зажигалка. Зажигалку. Так, мужик висит. Может, у мужика, кстати, зажигалка где-то? Зажигалочка у тебя есть, мужик? Зажигалочки у тебя нет. Там мы, в принципе, все осмотрели. Так, здесь. Здесь у нас корни. Здесь у нас корни и больше ничего. Здесь нам нужен ключ. А здесь молоток не применяется. О, ух ты, ёб твою мать! А вы как здесь? Пацаны! А вы чё такие дурные? Откуда вы здесь? Вы чё? Ты-то чё, как там появилась?
Может быть, то, что их нужно поджигать зажигалкой? Ну, вроде еще хорошо. Что-то мне подсказывает, что их надо зажигалкой, короче, месить. Так, 2-2, 3-1. Но, блин, так подбирать, конечно, гадать, это вообще не круто. И патроны на них тратить тоже не хочется. А, походу, нам нужно... Что-то, чем мы... Подожди, а я же вот сюда заходил. Так, все хорошо. На один удар. Так, вот здесь нам нужна зажигалка. Зажигалки у нас нет. А где мы ее можем достать? Нам будет сжечь реально вот эту картину? Нужен ключ. Блин, это... А это вообще крайне печальное известие. Нет, ну смотри, в принципе, с другой стороны, мы сейчас можем узнать, что нам нужно. Потратить кучу ресурсов, чтобы знать, если что, куда ходить. Так, патроны заспавнились. Окей, я тут... Ну, короче, походу, да, их нужно сжигать, этих говнюков, чтобы они больше не спавнились. Потому что так... Они спавнятся. Все, давайте еще раз пройдем, проверим. На всякий... Сука, давай, ладно. Проверим еще раз, чтобы точно. 87, 80? Это код? Смотри, вот так, 87. 89. Ну-ка, давай попробуем. Может быть, 89-87? Не, ну мне кажется, они бы более явно как-то это сделали, нет? Ладно, давай тут еще осмотримся. Мало ли. Мало ли тут что где есть. Так, картины. На картинах точно явно ничего нет. Дверь заклинила. Вообще, зачем вот сюда вот нам идти? Нет, ну вообще, мне кажется, что-то подсказывает прям, что... Это какой-то код. Но вот здесь явно прям вот 87 как будто, что ли, какая-то цифра. Непонятно. Ладно. Давайте валить с этого этажа. Получается на второй. Подожди, на второй. А, вот, да, кстати, мы же второй этаж до конца и не прошли, да? У меня же там места не было, и я, получается, его скипнул. Канистра пуста. Я его скипнул, я не стал проверять, что там есть. Полная регенерация. Некоторые из особей таких-то обладают уникальной особенностью. Будучи уничтоженными через некоторое время, они полностью восстанавливаются, встают, снова уходят. Полное уничтожение возможно только путем сжигания тела. Класс. То есть получается, вот эти зомбари, что заспавнились,
Патроны пока есть еще. Поисследовать этажи. Так. Теперь сюда. Фу. Отвратительно. О, это хорошо. Это мы сейчас прям сразу это и сделаем, чтобы место не занимать, чтобы здоровье у нас было полное. Так. Так, подожди, видимо, нужно что-то сделать. Хватит мазать. Зажигалка. Отлично. У нас есть зажигалка. Тут какие-то цифры тоже написаны. Что-то 1. Что-то 9, 0. 1, 0, 1, 9. Тоже какие-то цифры. Так. Здесь у нас что? Патроны для дробовича. А дробовик там никогда будет вообще. Так, это песня. Окей. Здесь у нас что? Дневник Джона. Читать. Совершенно непонятно, когда закончим облицовку третьего этажа, но по плану главного инженера завершить работы к декабрю. Я уже хочу домой, к семье. Ходят слухи, что на восьмом этаже проводятся какие-то незаконные эксперименты. Может быть, утечка какого-то вируса, постоянно присутствует головная боль. И эти подписи о неразглашении информации как будто нас отправляют в космос. Но ничего, скоро это закончится, и я отправлюсь домой к любимой. Здесь платят приличные деньги. То есть... здесь был некий Джон. Так, 37-98. Подожди, так вот, раз. Это, возможно, код от двери на втором, на третьем этаже. Так. Ну смотри. Ой, не туда пошел. Все, у нас есть лифт. Мы сейчас идем на нулевой этаж. В очередной раз мы скидываем документацию. Наверное, скинем пока что молоток. Хотя нет, давайте молоток оставим. Мы в любом случае скинем документацию, патроны, короче. Одну аптечку оставим на всякий случай. Сохраняться мы пока не будем, естественно, конечно. Я думаю, это и понятно, да? Пока что сохраняться мы не будем, потому что... ну, мы как бы вроде бы и прошли нормально так, но...
У нас всего два сохранения, как бы, а я уже три потратил. Поэтому это не особо... Не особо есть хорошо. Так, раз. И раз. Так, это оставим. Зажигалку оставляем. Сейчас мы идем на... Третий этаж. Блин, надо было, наверное, взять с собой этот. Надо было с собой взять, чтобы патроны не тратить, надо было канистры с собой взять. Сейчас по-любому эти говнюки заспавнились опять, смотри. Смотри, ля крысы, смотри. Крыса? Подожди. +24.59. Это, судя по всему... Это, судя по всему, от этой двери, да? 24.59. Да, это от этой двери. А чё так печально? Блин, а они же сейчас опять заспавнятся. А нафига? Если тут все двери заклинило. А, вот. Ёб твою мать, сука. Нормально. Хорошо. А, подожди, сейчас я помню. Я вот не зря фотографировал. Так, где там 37.98? Так, 37.98. Раз, два. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нормально, нормально. Добрый. О, будьте здрасте, добрый. О. Не, вот это вот точно нужно сохраниться, наверное, мне кажется. Так, все, здесь, получается, мы взяли чисто дробовик, получается. Правильно я понимаю? Чисто дробовик и чисто пистолет. Тут, тут. Это нам автомат как бы еще тут не дают. Так, ладно, пока. Я не понял. А, ну да, здесь все заклинено. Получается, одна дверь только. А, на самом деле, на этот этаж нам больше-то и не нужно, я так понимаю. Поэтому мы, наверное, сюда и не пойдем. Так, теперь нам нужен четвертый. Давайте сначала сходим на нулевой этаж. А, что мы сделаем? Мы сейчас... Все же, я думаю, потратим одно сохранение из двух оставшихся. Мы сейчас сразу все скинем.
Так, вот это мы скинем. Я думаю, мы возьмем бензин. Потом мы скинем, наверное, дробовик. Пока что мы его скинем. Возьмем патроны к пистолету. У нас есть 3 слота, да? Зажигалка. Зажигалка нам... Пока мы ее не будем с собой брать. Так, подожди. Экипируем. Отлично. Так, а теперь мы возьмем чернила. У нас останется одно сохранение. И будем делать так. Если вдруг это, то тратим, а потом если что, загружаемся и все. Теперь нам нужно на 4-й этаж, потому что на 4-м этаже мы можем применить нашу шестеренку. Молоток, если честно, я хрен его знает, пригодится нам или нет, но на всякий случай мы пока что будем его с собой таскать. Потому что мобы обновляются как бы. Так, минус одна шестеренка, отлично. Ой, дядя! А ты чё такой большой? А? Нужен бензин. А, нужен бензин и зажигалка. Так, окей, давайте сделаем так. Я надеюсь, она не из игры выйдет, а в главное меню. Ебала 2. Так, загрузить. Так. Так, отлично. Значит, это мы скидываем и берем обратно зажигалку. Сейчас мы точно так же абсолютно поступим. У нас будет 4 слота. Но, по крайней мере, мы сразу же убьем ублюдка, который будет там бегать и переодеть и возрождаться каждый раз, когда мы с вами будем... Хотя его, наверное, дробовиком надо было бы убить. Но это еще один слот, поэтому ладно. Хорошо, мы так справимся. Сколько там у нас? Это займет 1,5 обоймы где-то. Че, лох? А ты умрешь? Так, зажгли бублюдка одного, бублюдка. Так, нихера себе. Не, ну вот это тут нормально, да, сейчас был? Ломано вот это вот. Так, отмычка, чернила. Ну пока что мы их использовать все равно не будем. Так, две отмычки, я думаю, нам нормально будет. Вернись. Сохраняться. Я не думаю, что стоит сохраняться именно сейчас. В случае чего, можно просто загрузиться и повторить все действия, которые мы с вами совершили. И все. Поэтому давайте пока на этом новом этаже, чтобы потом в дальнейшем не охреневать от происходящего. Мы будем с вами пока здесь так ходить. А если что, загрузимся и уже будем знать, что лучше, проще, проще и лучше будет с дробовика здесь бегать.
Пока и с пистолетом справляемся, потому что я так думаю, что дробовик мы оставим на все равно более позднюю стадию. Так, здесь. Здесь все, точно ничего нет. Смотрелись. Ой, сейчас что-то будет. Главное, чтобы не еще один ублюдок, от которого придется бежать. Потому что аптечек... А, нет, есть одна. Да? Да. Не входить. Кстати, мне кажется, вот эта хрень взрывается. Ладно, давайте пока более аккуратно. Так, сюда мы пройти не можем здесь. Здесь у нас, кстати, тупичок. Не входить без разрешения. Не нравится мне тут. Трава. Так, трава желтая. Желтая она избавляет. Излечит болезнь. Твою мать! Сука, пришлось патрон потратить целый. Быстрее! Есть! И сжечь его нахрен. Отлично. Хорошо. Так, сюда сразу. Нормально, сразу ублюдка сожгли. Так, что по патронам? Хреново все. Хватит на еще одного такого. Блин, что-то подсказывает, конечно, что лучше взять бы тут дробовик. У нас сейчас по факту для дробовика патронов больше. Ага, бензин. Бензин — это хорошо. Бензин — это очень хорошо. Да, давайте-ка мы, наверное, сходим... Все же возьмем, наверное, дробовик. Потому что... А ну, дробовик тут будет получше смотреться. Если тут на этом этаже одни вервульфы, то лучше... Лучше и не придумаешь. А что, я все патроны от пистолета потратил, растратил, что ли? Ух. Блин, это печально. Давайте вот так, если что, с пистолетом мы будем ходить, переключаться, когда будут зомбари медленные маленькие. А с этими дядьками мы будем при помощи дробовика расправляться, потому что с патронами в этой игре беда. Прям огромная. По крайней мере, так будет попроще. Так, там дверь, которая уходит куда-то не понять. Тут дверь, две двери, а там еще четыре каких-то штуки. Ладно, давайте пока здесь посмотрим, что у нас есть на этом этаже, а потом спустимся, если что, туда. Ты че, мразь? Хорошо, пока что хорошо. Кодовый замок. Ага, это мы забрали ноутбук Джейкоба. Так, это у нас патроны. Да в автомат! Его етить. Вот, отлично. 25-01. Вот это я понимаю сейчас. Давайте в таком случае возьмем автомат. Коли нам предлагают автомат, почему бы нам с этим дерьмом-то и не побегать? Так, тут коридор, интересно. Что-то как-то темновато.
А, инвентарь полный. Нафиг. А, это оставляет здесь. Все понимаю. Давайте лучше сейчас, лучше с аптечкой. Пока мы смотрим, пока мы осматриваем эти места. Блин, ну давайте, ладно, сюда. Не знаю, мне кажется, это плохая идея, конечно. Мне кажется, это очень плохая идея. У нас места нет. Да, у нас очень все плохо с местом. Нужен ключ. Тихо. Выбежит. Так, что с пистолетом? Понимаю. Так, сразу нахрен их сжечь. Так, теперь. И тут что-то у нас есть, и там что-то есть. Ключ. Блин, ну у нас же на этом же этаже есть, да, этот? Можем пойти поскладывать все пока? Что? Да, давайте, наверное, так и сделаем. Пойдем все поскладываем. Потому что очень уж, сука, интересно, что здесь на этом этаже. Еще какой-то ключ тут у нас есть. Так, ну, по крайней мере, мы здесь всех ублюдков поубивали сразу. Так. Что, мэм? Бензин с зажигалкой, наверное, пока скинем. А, пистолет, наверное, пока тоже скинем. В случае чего у нас есть автомат. У нас есть автомат. Да и просто дохренища патронов к нему, если честно. Так, и того, и этого пока мы тоже сейчас скинем. Если что, мы ему перед выходом с этажа заберем это дерьмо. Так, вот это тоже пока скинем. Все, чтобы у нас было побольше места свободно. Все, автомат мы будем использовать, наверное, на врагах послабее. Ну, чтобы чисто в голову потихоньку стрелять им. А дробовик мы будем использовать на врагах более сильных. Потому что дробовик станет всяких ублюдков. И это очень-очень-очень-очень хорошо. Очень-очень-очень. О, патрон для дробовика. Так, подожди, здесь были патроны разве для дробовика? Так, итого. Личные записки. Читать. При раскопках обнаружена аномальная руда. Раньше специалисты об этом не знали. Экспедиция проводит исследования совместно со специалистами научного центра. Раскопки ведутся с осени прошлого года. Руда имеет свойство резко понижать температуру в радиусе 100 метров до минус 200 градусов, что привело к трагедии. Часть сотрудников мгновенно превратились в лед. Корпорация решила не афишировать эту аварию и приказала вовремя завершить раскопки. Часть руды ликвидирована, часть отправлена в лабораторию для дальнейших исследований. Так, сейчас, ребят, погодите. Просто, чтобы знать, сколько у меня записывается по времени уже серия. Так. Трава. Стоит ли трава того, чтобы ее сейчас брать? Вот ключ определенно того стоит. Ключ от бойлерной. А бойлерная это у нас у ворона. А, это отсылка к резиденту, когда монетки закидываешь, короче.
Уничтожить вредителей. Получи на достижение. Советский флаг. Хорош, пойдет. Для фона. Там лежит радиоуправляемая машинка. Так, значит, нам нужно будет ради этого какой-то, видимо, пульт управления этой радиоуправляемой машинкой, правильно? Правильно же я понимаю? Так, ладно. В любом случае, мы с вами здесь практически все исследовали. Нам осталось только какой-то пульт найти от радиоуправляемой машинки. У нас есть ключ от бойлерной. Я бы, кстати, наверное, прямо сейчас туда бы и сходил, на самом деле. Потому что бойлерная — это... Так, что по сохранениям? Так, раз, два. Ну и пока так и пойдет. Пока так и пойдет. Место, конечно, 4 слота, но ничего страшного. Ладно, давайте пойдем сходим на, получается, нулевой этаж. Там на нулевом этаже бойлер. Подожди, какая бойлер? Лаборатория, брейк-рум, рум-рум. Нет у нас никакой бойлерной здесь. Подожди. Так, нулевой этаж. Первый этаж. А, на первом этаже бойлерная. На первом этаже у нас бойлерная. Вот, да. Я просто помню, что у нас была где-то бойлерная, и там была куча зомбарей. Это да, это там, где сейчас, сейчас нам надо пролазить. Ага. Сейчас пролезем. О! Ты чё, ублюдок? А я чё, а блин, я бензин скинул. Черт подери. Да, я не успел. В любом случае. Ладно. Окей. Блин, может сохраниться? Три чернила. У нас есть три чернила. Давайте перед бойлерной сохранимся. Потратим одну чернилу. Тихо. Главное два раза не нажимать. Все, одну чернилу потратили, хорошо. Теперь мы можем пойти в бойлерную сходить. Потому что, в принципе, мы... Это прямо, да? Ага. Потому что мы, в принципе, целый этаж прошли, зачистили его там. И нормально так, причем, зачистили. Так, золотистый ключ. Мало ли, чё сейчас... Не зря я сохранился перед этим. Прям как жопа чувствовал. Теперь я знаю, что бойлерный босс. Так, тихо. Оп. Подожди, мужик. Я так понимаю, что я его все равно вряд ли убью. Окей, туда мы не пойдем. Туда мы не пойдем. Туда еще очень рано.
Ой, как хорошо, что я сохранился перед входом в бойлерную. Я прям что-то походу чувствовал на опыте, походу. Так, ладно, будем знать. Главное... Блин, там зомбари, да? Не-не-не, подожди, дядя. Давай-ка мы возьмем бензин и зажигалочку. А вот теперь иди сюда. Ну, окей, ладно, хорошо, будем знать, что там есть какой-то плохой, большой, страшный дядька, которого мы пока что вряд ли победим. Его нужно как-то, наверное, убивать. По-особенному. Почему он на нулевом этаже? Сейчас что-то сюда приедет, да? Нет? Так, нам теперь нужно на третий этаж. И, блин, опять там сейчас будет жопа, да? А, я не скинул ключ. Я ничего не скинул, поторопился. Ладно, пока так походим нормально, ничего страшного. Так, бабку... Нет. Заколебали, честное слово. Так, а куда мне ноутбук? Найдите, значит, ноутбук. Твою мать. Мы его нашли. Теперь нам надо его забрать. Я же забыл про него, что я его выложил, чтобы пойти в бойлерную. Окей, давай. Быстренько сходим, заберем его отсюда. С нулевого этажа быстрее всего все это делается. Так. Окей. Где там этот ноутбук? Ноутбук. Теперь бы повыкладывать что? Ключ пока выложим от бойлерной, он нам не пригодится. Так, отлично. Найдите ноутбук Джейкоба. Так я нашел, вот он. Все, ладно, давай пойдем теперь на третий этаж. Правильно я понимаю? Подожди сейчас. Чтобы сразу аптечку, наверное, использовать. Да? Да, да. Чтобы стало хорошо. А, теперь на третий этаж. Но мы нашли ноутбук. Дальше-то что? Это ж ноутбук Джейкоба? Да, ноутбук Джейкоба. Окей. Дальше. Теперь нам, видимо, нужно прийти сюда на третий этаж с ноутбуком. О, минус один ноутбук. Будьте... Как... Вы чё? Тут как будто мертв уже не день. Черви и мухи. Это Джейкоб? Ничего не понимаю. Что так разболелась голова? Окей. Как ноутбук нам помог открыть дверь? Я не понимаю. Ключ от шестого этажа. Да, мужик, знатно тебя потрепало, конечно. То есть, по факту, на этом все. Ладно, давайте поднимемся на шестой этаж. Посмотрим, что там у нас, в принципе, есть.
Только, пожалуйста, не надо, как на прошлом этаже. Здорово, мужики. Тебе удалось. Я рад, что ты все же открыл нас. Это стоило немало усилий. Что дальше по плану? Мы защищаем сотрудников, а твоя миссия — пробраться на 7-й этаж, как сказал Док. Там есть схема вентиляционных путей, по которым мы сможем выбраться наружу. Хорошо. А мне дадут там... Собака держит во рту, попробовать вытащить. Твою мать! Кровавый ключ. Спасибо. Спасибо, мужики, спасибо. Это было слишком предсказуемо. Так. О, слушай. Торан встает, тот живет. Этот меч помогает успокоить нервы и отвлечься. У меня проблемы с гормонами. Я оставила свои таблетки на 3-м этаже. Если принесешь мне их, я могла бы дать тебе свой револьвер. Я все равно не умею им пользоваться. Возьми ключ от моей комнаты. На 3-м этаже. Шикарно. Я не ел уже 2 дня. Было бы неплохо что-то поесть. Я уделал зомби одной правой рукой, тот самый, который лежал на входе. Мне сейчас не о чем говорить. Так, ясно, там происходит некоторый демон. Ты кто? Почему это случилось именно со мной? Потому что... Не отвлекай, пожалуйста. Я пытаюсь всех нас спасти. Ты спасешь нас? Нет. Так, подожди, а что за кровавый ключ? Кровавый ключ от 8-го этажа. Ключ от комнаты Джилл? Джилл, ясно. Не хочешь поразвлечься перед смертью? Мы все равно все умрем. Угу. Если увидишь где-то телефон, пожалуйста, набери моей девушке и скажи, что я в порядке. Номер... Ага. Его, наверное, надо было на всякий случай... Не знаю, может быть, это очередная отсылка к чему-то, но на всякий случай я это зафотографирую. Так, у нас есть... Вот это, кстати, хрень очень хорошо излечивает... Да, он излечивает раны. То есть, если ты прям в очень раненом состоянии, он тебя сразу же вылечит. Так, сюда нам нельзя. Там дядьки-зомбари. Туда нам тоже нельзя. Значит, смотрите, у нас что на повестке дня? У нас осталось 2 сохранения. Осталось целых 2 сохранения. У нас есть... Ключ от 8-го этажа. Смотрите, 8-й этаж. И нам еще есть личный ключ. Так, хороший, да? Еще есть личный ключ от 3-го этажа. Это я, собственно, сейчас и предлагаю нам с вами сделать. Сходить за таблетками, чтобы она нам дала какой-то револьвер. Интересно, что, какие патроны этот револьвер хавает. Если патроны от пистолета, и при этом у него урон еще выше, это будет просто замечательно. Так, не написано от какой. Ну, явно не от этой. Так, здесь явно тоже не оно. Вряд ли тоже оно. Давайте возьмем дробовик. Мужик, я про тебя забыл, прости. Торгайся в твое личное пространство. Так... По-любому тут какой-то подвох. По-любесу. Так, таблетки. Таблетки. Интересно. Что, пойти посмотреть? Добрый вечер. Ты чё, мразь? Ты чё, тварь? Ты чё, собака сутулая? Вот ты жопа вонючая, конечно. Ясно, всё понятно. Так, ладно, всё. Валим.
На какой этаж? На 7-й, да? Это же был 7-й этаж? Или нет? Где там все эти выжившие? Или 6-й? Нет, 6-й. Так, будьте здрасте, добрый вечер. Инвентарь полный. Черт! Это, блин, сейчас получилось... О, это сейчас... Подожди, стой. Блин, дядя, отойди. Если мы сейчас, например, получается... вот это вот выкинуть. Оно здесь. Так, я думал, что я умру тут. Девять, 18, 32,5. Ну, короче, патронов у нас от него нет, поэтому мы его будем использовать только в очень крайнем случае. Так, теперь я предлагаю. Предлагаю я что? Я предлагаю сходить на 0-й этаж. Раскидаться по шмоткам. Максимально высвободиться. И после всего этого сохраниться и закончить серию. Я, конечно, понимаю, что как бы зря я, наверное, сохраняюсь так много, учитывая, что этажей осталось не так уж-то и много. А сохранений так уж и тем более. Две чернила у нас есть всего лишь. Двое чернил. Вот так. Так будет вернее. У нас остается что? Зажигалка, бензин. Зажигалка плюс бензин. Так, и плюс зеленое растение мы сейчас сразу возьмем. Мы его захаваем. Потом мы возьмем чернила. Сохранимся. И на этом, я думаю, мы с вами закончим серию. В третьей серии мы уже пойдем по 8-му этажу. Я думаю, что мы, наверное, я надеюсь, по крайней мере, что мы половину игры прошли, и что мы, скорее всего, на 8-м этаже тоже, вполне возможно, найдем с вами очередные чернила. По крайней мере, чтобы у нас плюс 2, плюс 3 сохранения было. И я надеюсь, что мы все же... пройдем того здорового дядьку-босса, который в бойлерной в следующей серии. Посмотрим, как пойдет. Может быть, все закончится там на втором... на 8-м, там на каком-то там еще этаже. По крайней мере, игра все больше и больше разгадывается. Это прикольно, это интересно. В общем, такие вот дела, ребятушки. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте свои колокольчики. Комментируйте видео, ставьте пальцы вверх. Еще обязательно с вами увидимся. И всем пока.